Здравствуйте! С вами календарь рыболова от портала Торфей. На этой неделе календарная осень наконец закончится. Здравствуй, зимушка, зима! В начале недели температура днем поднимется до плюс 8 градусов, ночью не опустится ниже плюс 4. А к концу недели похолодает. Ночью до минус 5, днем до 0. Ведь несмотря на ожидающееся похолодание, большие массы воды рек и водохранилищ охлаждаются медленно. И поэтому не скоро покроются коркой льда. Значит, вооружившись спиннингом, можно продолжать ловлю с берега и с лодки. С лодки есть надежда на поклевку судака, окуня и щуки. Искать судака и щуку следует преимущественно на глубоководных бровках, на выходах из ям, а также в самих ямах. Способы ловли – джиг и троллинг глубоководными воблерами. Окунь более вездесущ и менее остро реагирует на похолодание. Его можно ловить как с берега, так и с лодки. На мелкие силиконовые приманки, маленькие колеблющиеся и вращающиеся блесна. Некоторые рыболовы ловят окуня на балансир с лодки. Правда, шансов попасть на активный клюв окуня сейчас не так много. Еще один вариант для спиннингистов. В дни межсезонья попытать счастье на платных водоемах с рыбленных хищной рыбы. На некоторых из них есть возможность половить экзотических представителей ихтиофауны, например, форель. Ну, а если вы решили отправиться на рыбалку в минусовую температуру и половить спиннингом, то необходимо запастись специальным силиконовым спреем, предупреждающим обмерзание колец шнура. Для этого спрей наносится на кольца и шнур перед рыбалкой, а также в процессе ловли. Это продлевает жизнь вашей снасти в экстремальных условиях. Но большинство рыболовов ждут не дождутся устойчивого похолодания, чтобы открыть сезон подледной ловли. Ведь достаточно всего нескольких дней с температурой до минус 10 градусов, чтобы на небольших замкнутых водоемах образовалась ледяная корка, способная выдержать человека. И значит, можно начинать ловить рыбу со льда и открывать сезон подледной ловли. Иногда для открытия зимнего сезона имеет смысл отправиться на север Украины. Бывает, каких-то 100 километров севернее, а перволёдье наступает на неделю-другую раньше, чем у вас дома. И вот пока ваши товарищи ожидают появления прочного льда, вы уже давным-давно открыли сезон. Итак, на этой неделе готовимся к зимней рыбалке, проводим в порядок пешни, ледобуры, удочки и зимние костюмы. А спиннингисты могут попытать счастье в ловле окуня на микроджиг по открытой воде. До встречи на воде, друзья!